убегаем за нее, и там ой-ой. Последний символ, прием. Вот после войны потом все ранения, а сейчас воюем. После ряда экономических потрясений, социальных протестов и гражданской войны одно из некогда могущественных государств распалось на ряд мелких самостоятельных субъектов. Несколько лет прошли в разрухе, анархии и междоусобных стычках. Сильные лидеры сплотили вокруг себя настоящих бойцов и начали собирать осколки былого величия. В лесах ранее ничем не примечательного региона располагалась военная база – научно-исследовательский центр Министерства обороны. В этом месте проходили испытания технологий со всей страны. После развала государства охрана и персонал базы некоторое время поддерживали порядок территории. Но со временем ресурсы закончились, и произошел жестокий вооруженный конфликт. Оставшиеся в живых жители оказались на соседних территориях севера, синих и юга, зеленых. От них лидеры территории узнали про центр и его технологии. При проверке информации разведчики враждующих сторон случайно столкнулись лицом к лицу. Сразу же сформировали сводные вооруженные отряды и отправились на бывшую территорию военной базы. Счет пошел на минуты. Каждая из группировок приступила к операции на территории исследовательского центра. Основная цель – найти образцы и информацию, а также не дать противнику выполнить аналогичные задачи. Но первая попытка не увенчалась успехом ни для кого. Собрав свои отряды, стороны предприняли вторую попытку прорваться на базу. Зеленая группировка успешно выполнила первую задачу – нашла лаборанта, заблокированного в одном из зданий. Второй задачей было найти местоположение хранилищ и изъять колбы. Воздушное пространство военной базы охраняла роботизированная система ПВО. Нужно было запустить вирус в систему управления, чтобы за время отключения эвакуировать все найденные ценности и личный состав. Вирусную программу реализовала синяя группировка, но ценности перевезла зеленая. Параллельно стояли задачи по поиску различных игровых предметов, которые добавляли бонусы. С этим обе группировки справились на равных. Но самое эффектное — нанесение минометных ударов.
Зеленая группировка не дала возможности синим произвести ни одного залпа. Территорию базы исследовали, полезные предметы эвакуировали. Группировки занялись уничтожением объектов, чтобы не оставить их противнику. Синяя группировка разрушила большее количество объектов. Операция завершилась эвакуацией личного состава, с чем справились и синие, и зеленые.